два, три. Опа! Гонки на санках, прыжки в мешках, перетягивание каната. Площадка перед вторым корпусом НГТУ переносит нас в советское время. Все эти зимние забавы предлагают в день студента для всех учащихся. 18, 19, 20. Девочкам разрешили двумя, и как бы двумя полегче держать, равновесие держать. Когда одной вот парни делают, то мне кажется, это трудно. Если так получилось, здесь представлена локация снежных боев. Участники делятся на команды, изначально прячутся за укрытиями. Задача команд – захватить флажки противника. Игра длится по 3 периода, 3 минуты. И важно не попасть под снежный ком. Победители получают именные кружки от НГТУ. Мы победили! Прикольно, весело очень, задорно. Ну, я донес только флаг. Ну, так, да, круто очень. Это интересно, это активность какая-то, это вот бегать, это, ну, мне нравится. Раз, два, три. Бесконечный бегер! Бесконечный! Сейчас тот момент, когда ты становишься взрослым уже, и вот такие вот детские забавы очень весело поднимают настроение, так сказать. Тем более после тяжелой сессии. Мне очень нравится мысль, что можно заниматься не только учебой, но и активной деятельностью. Потому что это, как говорят, все лучшие студенческие годы, и они запоминаются только благодаря тому, что мы занимаемся какой-то вот активистской деятельностью, помимо просто скучных пар. Нам хотелось отразить полностью любовь к родине. Нам хотелось вспомнить, что наши студенты максимально приближены к вот этому народному. Ну и наши студенты, в принципе, очень любят гуляния, например, как масленицу. Мы хотели бы им удвоить такое удовольствие, поэтому решили выбрать такой формат. Вот так весело и задорно провели время студенты после длительных экзаменов. Хоть я уже и окончила университет, но все равно вспоминаю с радостью эти студенческие годы в любимом НГТУ, который подарил мне профессию мечты. От души поздравляю всех причастных с Днем студента!